человек, если он голоден, и мысли у него заняты, естественно, не работой, а, скажем так, деньгами, пищей просто-напросто, он может где-то что-то уронить. То есть, а это может кончиться, в общем-то, для всего мира трагически. Название этой кандидатуры. А вдруг он уже сейчас решил, если я назову, может поступить обратной реакции. Поэтому я воздержусь до того, как он внесет очередную кандидатуру. Тененду конт. Жизнь. Главное, что у вас есть. Журнал «Жизнь». Все о самом главном. Mr. Primakov is not our favorite man. This is not a Yablok man. We have a lot of objections on his foreign policy. We have different views on many things that he is declaring. We have a different view on his foreign policy for Baltic countries. We have a different views on many things. But nevertheless, at the moment, we think this is the solution. Что пропадет бензин, больше боюсь этого, потому что без машины как без рук, в общем-то. Вот. А цены, ну что тут, спасения в этом, мне кажется, не будет. Будет сегодня столько, завтра столько. К этому уже привыкли.